Ой, погоди, погоди, я просто осознаю эту поеботу. Ты купил для кота San Andreas 2070 RTX. Нахуя? Это чтобы в гетто не лагало. Ой, божечки. Время 2:00 ночи, и мы заходим играть в КРМП. Ну, гоу. О, Хома, стой. Хома. Это ты? Да. Чего у тебя за ник? Рубоверол. Даже скин, как у меня. Подписчик. А, кстати, тут же обнова вышла. Вы заметили? Кстати, вообще топ. Летняя карта, ну сама по себе летняя. Мини-карта слева обновилась, и сам худ стал HD-шным. И куча всего-всего-всего, я не разбирался, но сейчас разберемся. О, тут первое лицо добавили. Вид от первого лица, ну-ка, Alt-B. Да, классно, смотри. О, можно настраивать ее, ну лицо, блин, топчик. Блин, нужно будет как-то засесть и настроить. Кстати, ночной город вообще красивый, мне нравится. Погнали в качалку зайдем, бро. Братиш, гов, в качалку зайдем, пока ждем. А, пошли, тут, кстати, еще один твой подписчик прыгает. А чего так быстро? Ну это на ЕМ, он читак, он сейчас прыгает, да, конец. Тебя уже банили в предыдущем видосе. Ну давай, прыгай дальше, хули. Это не баг, а фича. Да, не баг, а фича. Полезные плагины, да. Погнали в качалку. Проведение бою. Иди скин выбирай. Нифига ты, блядь, качмен вышел. Еба, просто из грязи в князи. Недавно был бомжом, теперь я стал боксером. Ты качаешься? Стой, а как качать? Сука, да охуенно, блядь. Он такой, блядь, дедок посек. Стоит лысая макушка, блядь, тягает эту ганты. Еще еле-еле. О, сила плюс один. Блин, а это не так легко. Ваша сила улучшена, ваша сила нормальная. Блядь, я нормальный. Прикинь, если бомжа так накачать. Слушай, а это вообще классно. Интересно, скин меняется от этого? Ну, типа, если ты подкачался, то ты стал как-то скин больше у тебя. Блин, это вообще классно, смотри, бегать. А, тут максимальную скорость нужно развить, как в этом, как в настоящей GTA-шке. Помните, там нужно было, типа, быстро пробел нажимать, чтобы... Ё-моё. О, блядь, 37, 39, 42. 45. Выносливость плюс один. Блин, класс. Блин, мне кажется, я, когда нажимаю на этот ебаный пробел так быстро, я качаю выносливость не только для персонажа, но и в жизни тоже. Погнали в этот боксерский ринг. Слышишь, бегун, блядь. Пошли. Пошли, ебано, подеремся. Я покажу тебе, как надо. В очереди пока нет. Файт, предложить бой. Вы предложили Руба Верон бой стоимостью 1000. Ну давай, ёпта. А, нам, походу, нужен тренер для того, чтобы начать бой. Или стоп. Да, пока тренер выпустит вас на ринг, покинь. Нужен тренер, блин, а прикольно. Я слишком много раз говорю прикольно, но это прикольно. Я не знаю. Я помню далекие-далекие времена, сам ПРП, когда я играл на втором сервере. Там тоже были всякие виды боя. И нужно было тренера тоже дожидаться. И там была война за тренеров, чтобы они потренировали тебя. У меня ностальгия. Смотри, вот подойди груши. Гэстайл. Кунг-фу. Я бокс или кунг-фу, что лучше? Я буду кунг-фу изучать. Вы начали изучение кунг-фу, тренируйтесь на груши. На, раз, два, три. Кунг-фу скилл плюс один, а сколько надо? Я хочу кунг-фу драться. На, раз, два. Я. Иди сюда, бля, на, вертухана, вертухана. Чи да, чи или не чи? Чи или не чи? Я хочу себе кунг-фу прокачать. А как посмотреть, типа, прогресс? Пошли к Наему. Наем там, наверное, один соскучился. Пошли, сейчас переоденемся, то ли? Наем, ты где, братиш? Короче, Наем, пока работай. И там немножко бабок заработай. Хотя бы 1000-2 нужно тебе автошколу пойти. Братиш, пойдем пока купим этот, скины. Скины посмотрим. Может, 2000 хватит на скин какой-нибудь хороший? А то я его стал бомжом бегать. У тебя еще сколько на руках? 2500. Блин, как деньги дал? А, со второго. У меня 64850. Чего? Откуда у тебя столько? Не дали. Кто? Да, найди мне такого же человека. Мне сказали, обоссы, что машину, я тебе дам 10 тысяч. Я и не обоссал, дал тому по лицу. Мне дали 20 тысяч. Потом за то, что ему все в лицо дал, мне дали 10 тысяч. Потом я какого-то чувака нашел, по РП ему протер фары. Вот лучшая работа, протирать фары. Ну, красава. Ну, а перед продолжением видео хочу сказать, что в описании ты найдешь мой промокод и айпишник на сервер, на котором я сейчас играю. Поэтому не стесняйся, открывай описание и присоединяйся к игре. Ё-моё, тут такой скин, просто он такой криповый, он такой страшный. Он реально, я смотрю на этого, на этот скин, на этого дядьку и вижу какого-то такого-то педофила страшного на спорте. Сейчас я такого же возьму. Спорт моя жизнь. Пойдем, спортсмен, ищем Наема. Гостиничный комплекс Онана или Днана, что это такое? Диана, ты чё? Диана, это же Россия точно, тут же называют магазины и отели в честь женских имен. Стоимость хода 500 рублей, это не сюда нам. Оружие! Вот это туда нам надо точно. Пойдем, нам нужно защищаться от этих гопников в России. Так, вот, да, мне, пожалуйста, эмочку тут. Ага. У вас нет лицензии на... Ясно. Тебе надо будет права получить. Да. Ты где, я тебя потерял? Да, без прав. Таджики все так работают. А ты у меня... Это нормально, что ты у меня раком летаешь? Ну, летаешь, а скользишь. Ты такое свойство приобрел после качалочки? Ае, саламу. О, здорово. Марка, как у тебя дела вообще? Говорят, ты новый комп купил? Стримишь? Да. Че, как хорошо?
хорошо работает. Ну, 2070 на 8 гигабайт. Все, все, не продолжим. Я тут, блядь, ебусь с 8 гигабайтами оперативки, пиздец как. Какая видео? RTX 2070 8. Теперь буду в МТА на максималках. Не, погоди, погоди, я просто осознаю эту поеботу. Ты купил для GTA San Andreas 2070 RTX. Ты чего там, блядь, VR-очки купил, чтобы погрузиться полностью, или что, блядь, нахуя? Это чтобы в гетто не лагало. Я сейчас шапку для Ютуба делаю. Да нахуй тебе этот Ютуб. Говорят, ютуберы все в жопу долбятся. Реально холодно. Пойдем. Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, видео тебе понравилось и ты поддержал его своим царским лайком, комментарием и, конечно же, репостиком. Ну и напоминаю, что эти видосики, эти монтажики выходят через день-два, поэтому советую подписаться, чтобы не пропустить. Удачи!